покажу, где мы снимаем квартиру. Здесь, в центре Риги. Это не старый город, но это центр, прям 5 минут от старого города. Это улица Кристиана Барона. Вот я вам сейчас покажу, какие здесь домики находятся на этой улочке. Ну, на одном из домиков написано 1912 год. Вот, это Кристиана Барона. Это улочка. Это домик. Это наш домик, в котором мы снимаем. Такая улочка мне очень понравилась. Здесь не страшно. По моим критериям это улица безопасная для прогулок. И днем, и вечером, даже ночью. Сейчас вот этот дом. Как раз сейчас мы подойдем к двери. Здесь код есть. Вот, сейчас вы увидите, как выглядят старинные подъезды. Вот такой подъезд. Я так думаю, что это тоже дореволюционный дом. Если тот, там напротив дома 1912 год, я думаю, что это не раньше. Не позже, я имею в виду, был построен дом. Здесь, конечно, посмотрите, какой подъезд. Интересный, прям как в фильмах. Если вы ни разу не были в таких домах. Ну, идти так приличненько, я бы сказала. Высоко. Здесь нет окошек в этом подъезде, квартиры с той стороны и с этой. Такие. Вот так, интересно здесь сделано. Перила, вам скажу, очень низкие. Посмотрите, как низко перила находится. Мне вот так вот, вот там здесь. Так, симпатичная девушка прошла. Такие девушки здесь ходят, симпатичные. Квартиры, окошек нет. Все тюлюпаем. Не знаю, может быть сильно темно, видно или нет. Я иду в нашу квартиру, которую мы сняли. Сейчас покажу. Но это будет первое видео, потом покажу во втором видео уже, как сама квартира выглядит. Сейчас пока вот только подъезд. Мне кажется, было интересно посмотреть, как выглядят дома до революционной постройки. Вот еще раз, не знаю, видно или нет. Знаете как? О, видно теперь, да? Какой низкий бордюрчик, можно перелететь запросто. Думаю, что... Конечно, лучше не пить, когда поднимаешься здесь. А вот наша моя дверка. Вот здесь она открыта. И вот здесь, как в обычных жилых домах, уже идут квартиры. Ну, а вот это вот наша. Ну все, дальше уже я вам покажу, как все это выглядит внутри. Это первая часть. Вторая часть. До этого я вам показывала, как выглядит квартира в Риге, в котором мы снимаем Holiday Apartment снаружи. Теперь я внутри. Вот сейчас хочу немножко показать. Так, вот у нас сразу дверь. Заходишь. Здесь вот как бы небольшая прихожка у нас такая. Сразу начинается. Ну вот главная комната. Диванчик небольшой. Здесь направо у нас сразу там душевая, туалет, раковина. Слева вот кухонка. Вот. Здесь как бы холодильник, плита, машинка стиральная.
чайничек. Ну, в общем, есть все, тарелки, кружки, все, что нужно. Единственное, что, конечно, нет микроволновки и печки. То есть иногда хочется, конечно, что-то по-быстренькому приготовить, разогреть. Например, пиццу уже не сделаешь, микропечки нет. Так, ну и вот комната эта спальня. То есть... Ну и шкафчик. Все очень хорошо. Хороший шкаф, приличный. Все вместилось, вешалочки есть. Ну и, конечно, вид из окна. Это, конечно, не супер вид. Но, тем не менее, это центр Риги. Что там видно нам вдали? Просто дома. Домики тоже все старенькие еще. Вот и все.